залез на крышу, чтоб расширить кругозор. Можно лестницу переставить и кота легко достать. Если ж кот полез на небо по высокому стволу, где трухлявая вершина, ветерок и облака. И устроивший в развилке поудобнее бока, кот сидит хвостом качает, ветки тонкие шуршат. Посидит вот так и взмоет, как округлые дирижабли, полетит по чистому небу без руля и без ветрил. Чтобы это не случилось, чтобы локти не кусать, нужно Васечке насрочно на подмогу приглашать. Он с умением и стажем, и спасатель хоть куда. У него есть снаряжение, переноска и сачок. По стволу он влезет ловко, скажет: «Здравствуй, это я». Ну-ка, прыгай в переноску, шерстолапая зверя. Если кот умен собою, не строптив и не спесив, шмыгнет в саквояж без боя и от счастья запоет. Ну а вредная зверюга невеликого ума будет городить военный деловитый огород. Кот в развилочку заляжет, что как сшито на него, толстых задних ног когтями укрепит район тылов. И загнувшись, завернется так, что просто не возьмешь, и передними когтями будет метить во врага. Пасть немалую разинет, демонстрируя клыки. Ну же, суйся, гостя незваный, по мордасам получить. Ну а если кот тяжелый, 6-8 килограмм, то становится осада затруднительной весьма. Но наш Васечкин не лапать и вообще не лыком шит. У него очки и перчатки, и броня его крепка. Не смутит его шипеньем и угрозою в глазах, не попросит в подкрепление с пулеметом мотоцикл. Невезением берет он, а умением в бою, как велел стратег и тактик, и солдатам всем отец. В общем, ясно, что зверюки в переноске куковать, или, скажем поточнее, оскорбленно завывать, пока храбрый наш спасатель тихо спустится с небес и отдаст скотярой торбу в руки любящей семьи. А подробности сражения, все атаки, марш, броски, отступления, окружения и удары по тылам вы на сайте посмотрите про спасение котов. Там есть множество историй мирных или боевых. Я же так уж оно вышло, не военный человек, где скажу святую правду, где нечаянно совру. Также всем давно известно, мудрость старая гласит: лучше один раз увидеть, чем послушать 10 раз.